Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співробітник сьогодні – політтехнолог Борис Тізенгаузен. Борисе, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас! Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, традиційно попрошу глядачів, які дивляться це відео, так підписатися на нашу платформу. Я нагадую, що це в цілому важливо для нашої роботи, і таким чином думка Бориса Тізенгаузена зможе побачити та почути якомога більше людей. І за це я щиро дякую. І, друзі, звичайно, підпишіться, будь ласка, на авторський YouTube-канал нашого шановного експерта. Борисе, будемо нашу розмову розпочинати із подій, які відбуваються у Сполучених Штатах Америки. Відомо про те, що президент Байден підтримав пропозицію спікера Джонсона щодо фінансування України. Спікер Джонсон пропонує виділення так 60 мільярдів плюс Атакамс додатково. Мова йде про кредитну основу, а також передбачається конфіскація активів Російської Федерації для покриття цих витрат. Проте не зобов'язує Байдена конфісковувати активи, а лише дає такі повноваження. І так само щодо ракет, президент США може відкласти це рішення, якщо воно буде шкодити інтересам національної безпеки США. І про це має повідомити, зокрема, він Конгрес. Скажіть, будь ласка, що з вашої точки зору, знову ж таки, для нас і позитивним моментом, що ніч, в принципі, це позитивний момент, що врешті-решт таки приступлять так до розгляду ось цього такого необхідного та важливого законопроекту? Є нюанси там із атакамсами, із кредитом. Наскільки я розумію, кредит – це тільки та частина, яка бюджетна, тобто не літальна частина, ось ці а 10, там, около 10 миллиардов части, которая в бюджет нам и должна пойти. Кстати, там уже наша соотечественница, ну, экс, Виктория Спарц выступила, что никаких денег, никакого макрофина, только летальные деньги. Ну, спасибо, как говорится, может, она переживает, может, у нее комплекс, что она тут родилась. Хотя я считаю, что быть украинцем – это мега почетно, и родиться здесь – это не каждому дано. Значит, что касается атакамсов, там нет нормы, что Байден нам передает эти атакамсы. Там есть норма, что он может передать, если у него вдруг такое решение возникнет. Но он и до этого мог это сделать, я напомню. В этом законопроекте, в этом билде, в нем формализуется просто это строчка, мол, от Байден может передать атакамс, если посчитает нужным. Ну, это больше для республиканцев хорошая строчка, потому что теперь можно Байдена этим листочком бить постоянно и говорить, смотри, ты же можешь передать, а чего не передаешь? Вон там Storm Shadow, скальпы передали, а ты чего не передаешь? Вот. Какие проблемы с этим могут случиться? То есть в субботу голосование назначено. Скорее всего, да, палату представителей пройдет, но потом вернется в Сенат. То есть, а там же каникулы 22 числа. То есть получается, что тот документ от демократов, где всем единым пакетом было, он Сенат уже прошел, и за него просто нужно было в палате представителей проголосовать и Байдену на подпись. Сейчас же этот документ, как вообще это работает? Две палаты есть. Палата представителей, Сенат. Каждая из палат может выдвигать свои законопроекты. В одной в Сенате большинство у демократов, в другой у республиканцев. Выдвинули, у себя проголосовали, идет в следующую, в другую палату. Там проголосовали, идет на подпись или наоборот Байден ветирует. Говорит, нет. Так вот, тот документ, который прошел Сенат уже, его завернули и Байден, в принципе, подтвердил, что давайте новый. Теперь будет в Сенат возвращаться, а там демократы, а там, значит, вопросы. И плюс сейчас еще правые республиканцы. У нас же есть в кавычках еще одна любительница Украины, Марджери Тейлор Грин такая, которая батальон Азов нацистами называет, пишет в Твиттер об этом. И она говорит, нет никакой помощи, только сначала сюда, все в Соединенные Штаты, нашим избирателям, а потом вам туда, в Украину. Мы тут тоже, мол, не сладко живем из-за мигрантов, нелегальных вот этих всех вещей, поэтому давайте так. И она тоже ведет деструктивную работу в плане голосования за помощь Украине. Ну, в общем, правое крыло, республиканцы, мага, все как всегда. Хотя Трамп, в принципе, одобрил, его хотелку кредитную удовлетворили, и на том хорошо. Но процедурная часть месяца два будет тянуться еще с Сенатом, с Байденом, со всеми делами. То есть, а у нас тут на дни счет идет.
Мы видим, как россияне прут и на часов яр, и соотношение на некоторых участках фронта 1 к 10 по снарядам в пользу россиян, к сожалению. То есть мы понимаем, что там 2 месяца процедурных, да потом там еще могут затянуть. Вот оно там к выборам 5 ноября и будете получать. Ну, в общем, вот так вот пока что. Тобто навіть ось ця, якби цей фактор, так, про який говорив президент Володимир Зеленський, що без допомоги США Україна може програти, тобто він також не є, знову ж таки, ну, якби наскільки він впливає тоді, знову ж таки, якщо говорити про те, що все це може затягнутися знову таки аж до виборів. Ну, к сожалению, есть в этом большая часть правды. Понятно, что дипломатически мы должны делать заявления более жесткие, но мы не можем все там до последнего момента тянуть, а потом раз, и куча непредвиденных обстоятельств. Мы же видим, что пакет помощи Украине с осени прошлого года, ну, полгода уже завис в такой критический момент. Ракеты для ПВО, та же самая история. То есть мы видим по тому, насколько, к сожалению, разрушительный был удар по нашим энергетическим объектам. Мы видим, что и вправду, вот я делаю мониторинги западных СМИ постоянно, мировых СМИ, и там постоянно выходит, что действительно Украина сейчас выбирает. Вот летит 6 там, или 8 ракет, мы 4 можем позволить себе сбить, а 4 нет, потому что пусковые установки Патриот, там 4 ракеты, вот они 4 все и вылетают. У нас нет больше вот здесь, там, в этой батарее или где-то еще. И мы выбираем, по траектории смотрит, одна летит на ТЭЦ, а другая на город. Ну, в городе цель поражает. Все, бьем ту, которая на город, а эта пусть пролетает. Вот насколько сейчас ситуация сложная. И Путин думает, ого, а так можно было, оказывается. А можно же сейчас вот просто включает свою сеть эту в Европе себя вольготно чувствует. Слава богу, накануне выборов в Европарламент, я не знаю, читали наши зрители или нет этот материал, как Медведчук вместе со своим дружбаном Волошиным, помните, наверное, таких ОПЗЖшного функционера, ну, Медведчука тоже все помнят, организовали сеть в Европе по коррумпированию правых политиков там, из десятка стран через платформу Voice of Europe. Сейчас расследование Чехия, Бельгия, Германия обыски уже проводит. Денежки платили правым политикам, как все как в старые добрые времена. То есть Россия это зло, где бы она ни находилась. Под прикрытием каких-то своих интересов Россия это такая гниль, которая несет вот это вот все тлен и разложение туда, куда она появляется. Если вы вдруг захотите пожить лучше немножко, чем россияне, гранича с Россией, но вы не входите в блок НАТО, то Россия вам этого не даст сделать просто. Борисе, ЗМІ пишуть про те, що президент Польщі Анджей Дуда зустрічався у Нью-Йорку із Трампом. Говорили вони про війну та витрати НАТО. Трамп, зокрема, заявив журналістам і говорив про те, що коли він ще був президентом, то у нього були гарні стосунки із Анджеєм Дудою. При цьому додав, що, ймовірно, їм доведеться знову попрацювати разом. Ну, знову ж таки, інформації дуже мало, так, є дуже мало коментарів. З вашої точки зору, більш конкретно, от про що могли домовитися врешті, і яку роль тут може відіграти, знову ж таки, Дуда, ну, от в плані так подальшої підтримки України і тиску на Трампа? Ну, в останнє время к Трампу тяжела артилерія зачастила. Девід Кемерон, Борис Джонсон, Анджей Дуда, от сейчас. Все понимают, что Трамп влияет на, ну, на часть республиканцев, он фактически может единолично там где-то принимать решения, у него колоссальное влияние. Все понимают, что он, возможно, есть высокая доля вероятности, что он станет президентом. Пока там, правда, сейчас какие-то качели электоральные, но велика. И поэтому спорить с ним и противоречить ему, как перспективному будущему еще одному там президенту, который уже на второй срок зайдет, ну, навряд ли кто-то будет. У него, еще раз повторюсь, влияние колоссальное. Поэтому у них хороший контакт, у Трампа и Дуды. Они всегда, ну вот когда они были при должностях, они всегда комплиментарно друг о друге отзывались. Трамп любит национально-центричных политиков. Он не зря Орбану там комплименты отсылал. Он
преследует интересы своего государства, он такой молодец, знаете, такой политик. Вот про Анджея Дуду Трамп такого же мнения, поэтому у них есть, как говорится, химия, есть искра между ними, вот, в хорошем смысле этого слова. Поэтому я думаю, что Дуда как раз наиболее перспективный переговорщик по вопросу Украины с Трампом. Я надеюсь, что у него все получится. Потому что тут уже вопрос европейской безопасности на кону. Вопрос, в принципе, переформатирования всего послевоенного, я имею в виду после Второй мировой войны, мирового устройства, переформатирования союзов. А Трамп, мы знаем, намекал, прям очень толстые намеки делал, что Соединенные Штаты очень много платят за то, что присутствуют в НАТО. И если вы, Европа, не додумаетесь сейчас... И вот, кстати, Дуда, он знает, как ключик этот к Трампу подобрать. Он приехал, и вот то, о чем известно, что он продвигает идею, что европейские государства должны не 2% ВВП на оборону, а 3%. И Трамп, это как хорошо. Но вот эта инициатива Трампа, когда он там пугает всех, если вы не будете тратить нужное количество, вообще развалю НАТО, она дает свои плоды. Все начинают тратить больше на оборону, закупаться оружием. Плюс 100 миллиардов, грубо говоря, Трамп выжал уже из Европы на оборону. Ну, это же их оборона. Он логичный вопрос задает. Почему мы, США, платим за вашу европейскую оборону? Борисе, ви говорили вже, зокрема, про проблеми, так, і про відсутність ракет, зокрема, до систем ППО, і відомо про те, що відбудеться засідання НАТО, Ради, так, НАТО Україна. Президент Володимир Зеленський знову ж таки акцентував і просив про це. Столтенберг, до речі, сказав про те, що якби є достатня кількість систем ППО, аби передати частину Україні. Тому, з вашої точки зору, на що ми тут знову ж таки можемо розраховувати? Тому що, зокрема, і міністр прем'єр Нідерландів, перепрошую, Рюте, він говорив про те, що пропонує ЄС викупити системи Петріот для надання Україні. Мова йде якраз про ті країни, які не хочуть безпосередньо ділитися, так і з України. Тобто, які механізми можливі? Ну, в первую очередь, как, что быстрее, давайте так, что быстрее может быть поставлено? Быстрее могут быть поставлены ракеты для Patriot, то есть уже существующие установки, 12 штук, которые у нас есть, будут снаряжаться, и, потому что в этом, но плюс еще нам нужны пусковые установки, чтобы, да, даже не пусковые установки, ну, батареи вместе там с РЛС, для того, чтобы, у нас же страна-то большая, нам нужно защищать много крупных городов. Нам нужно защищать, вот сейчас, например, на фоне поставок, накануне поставок F-16, мы же понимаем прекрасно, что аэродром, где они будут базироваться, это вот, пожалуйста, уже, вот туда нужно отправить. А у нас их немного. Поэтому нам нужны дополнительные, и наши партнеры тоже должны понимать, что поставляя F-16 сюда, их с ними нужно, хорошо бы еще системы прикрытия поставлять. Может, это не обязательно Патриот, но если, извините, да, пилоты учатся, ну, пилоты на вес золота учатся месяцами, там, год, и не уберечь в первую очередь пилота и машину, но так неправильно. Либо же они будут базироваться где-то в другой стране, но россияне это не поймут и начнут опять свои ядерные нажималки там устраивать. Шольц опять полетит в Китай уговаривать кого-то там про что-то. Поэтому, конечно, с этим проблема. Коалицию ПВО создают Нидерланды, насколько я понял. То есть у нас есть коалиция танков, коалиция еще там чего-то, артиллерии, Франция ее вроде как возглавляет. И коалицию дронов у нас тоже есть. У нас столько коалиций, только нет дронов. И да. Ну, это не подумайте, что я там закидываю. Я всегда говорю, что наши, особенно политики, должны очень обдумывать слова, которые они говорят на экспорт туда. Мол, вы нам негодяи не даете, у нас тут критическая ситуация, вы зажравшаяся там Европа или как-то еще. Мы всегда говорим спасибо всем, кто нам помогает. Много, немного, говорим всем спасибо. А вот давить можно иначе.
Можно же бить, например, в два раза больше по НПЗ? Можно. Нас будут со всех сторон просить, не надо этого, пожалуйста. Он говорит, ну, понимаете, у нас пока у нас 50 F-16 не будет, и там сколько нам нужно? 10 батарей, ну, 8 батарей Patriot. У нас единственный выход. Ну, то есть, как бы, есть инструменты, но и тут, как только мы нащупали, вот обратите внимание, как только мы нащупали болевую точку россиян, помчались все сюда. Салливан в кулуарах Зеленского поймала Камала Харрис, Ллойд Остин, его помощница Воландер. Все вдруг не бейте, а то мировые цены куда-то там улетят, и придется нам пару-тройку центов больше за бензин платить. Такое себе, конечно. Борисе, якщо дозволите, ще одну тему хотіла б з вами обговорити. Голова Офісу президента Андрій Єрмак увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2024 року за версією журналу «Тайм» у категорії «Лідери». Крім того, зокрема, в цьому списку є Юлія Навальна, іранська активістка, Наргес Мохаммаді, прем'єр-міністр Польщі та Італії, екс-генсек НАТО Расмусен назвав Андрія Єрмака видатним радником, людиною, яка відігравала центральну роль у забезпеченні роботи уряду. Ну, власне, так описується. Так, сам Андрій Єрмак, до речі, написав у твіті, що у цьому списку мають бути такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко, Джуз. І от у коментарях я читала так до цього твіту. Люди пишуть йому про те, що це самий вірний твіт, але запитують у нього, а Татаров заслуговує бути у списку? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, знаете, по-моему, я как-то изучал методологию, как же все-таки западные, ну, вот конкретно, например, Time, да, как они включают персону влиятельную, и как там, у них же эксперты голосуют, то есть эксперт. У нас тоже такая штука была, выбирают там 50 каких-то экспертов из разных сфер и говорят, поставьте баллы вот этому там политику, этому бизнесмену, вы знаете, не знаете, сколько баллов. Да. Я такие штуки проходил, меня просили поучаствовать. Там есть еще один момент, влиятельность, если я ничего не путаю, там влиятельный, например, может быть и Ким Чен Ын. То есть он влиятельный, но злодей. То есть вот там нужно глянуть. Я сегодня услышал эту новость, что есть глава офиса в этом списке. Не совсем понял, почему там нет других, ну, скажем, его начальника. Вот. Но глянем методологию вообще, в какой категории. Там же еще категории есть у них. Поэтому интересно. Ну а я думаю, что у Ермака в комментариях, там, наверное, только ленивый не спрашивает там целый такой список вопросов про разных людей. Я, например, про Колю, я бы про Колю Тищенко спросил. Он мне опять недавно попался, он уже мосты инспектирует там. Это какой-то многорукий Шива, что ли. Тут мосты, тут казино, тут еще что-то. Там лес. Там лес? Да, ну просто я бы действительно задал бы вопрос чисто с точки зрения тем, чем я до войны занимался, репутационных процессов. Какой смысл держать себе, ну, у себя людей, которые с завидной регулярностью просто бьют в репутацию всей структуры? Понятно, что его уже исключили, там все дела, но все же понимают, как бы, кто, как он там оказался. Поэтому таких вопросов много, и это прекрасно, что мы можем такие вопросы задавать напрямую, вот так вот. Потому что если мы в России бы попробовали такой вопрос задать, то я думаю, что мы бы не успели с вами договорить, уже бы звоночек прозвучал. Добре, Борисе, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Звичайно, користуючись нагодою, вас обов'язково запрошую до нашого ефіру ще. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, нагадую, підпишіться, будь ласка, на авторський YouTube-канал Бориса Тізенгаузена, там також цікава аналітика. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах.